Здравствуйте! Венгерская государственная энергетическая группа NVN договорилась о покупке около 300 миллионов кубометров природного газа у турецкой компании «Батак». Впервые Турция будет поставлять сырье не соседней стране. Это стратегическое соглашение является частью комплексной инициативы правительства, призванной повысить национальную энергетическую независимость, сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач. Цель этого шага – повысить энергетическую безопасность и стабилизировать цены на газ в условиях международного энергетического кризиса, вызванного конфликтами и санкциями, объяснила венгерская сторона. Договоренность о покупке была достигнута во время визита президента Турции Таипа Эрдогана в Венгрию в минувшее воскресенье. Окончательное согласование деталей ожидается к концу года. В сообщении Баташ сделка названа революционным соглашением, поскольку Турция впервые договорилась об экспорте газа со страной, которая не является ее непосредственным соседом. Представители турецкой стороны подчеркнули, что соглашение повысит безопасность энергопоставок в Европу.